Ледовом дворце спорта «Дивон» прошло открытое первенство Авлинского района по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях приняли участие более 120 юных фигуристов из 10 районов и городов Татарстана и Башкирии. На торжественном открытии мероприятия всех участников приветствовали первый заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Эльмира Хуснуллина и директор Ледового дворца «Дивон» Равиль Мухамедзянов. Соревнования проходили по возрастным категориям. Юные фигуристы представляли свои программы. Кристина Степанова из Заинска катается на коньках с 5 лет, а в нашем городе она уже второй раз. По юному фигуристу пока. У меня было 2-3 первых места и 1 третье. Третье место я заняла в Заинске, 1 первое в Бавлах и 2 в первых. И вот чем нравится тебе, вот почему именно фигурное катание, не другой вид спорта? Ну, фигурное катание, она красивый вид спорта, закаляет здоровье. Словам Кристины присоединились и другие участницы соревнования, и их родители. Мне очень нравится она. Я ее очень люблю. То ей понравилось кататься на коньках, и после этого решили ходить в фигурное катание в Тумазах. У нас есть Тумаз-арена, туда в прошлом году открылась Ледовый дворец. И с этого момента мы начали заниматься именно фигурным катанием. Она у нас участвовала и в Уфе, и в Заинске, и в Набережных Челнах, и в Нур-Лате. Занимала туда призовые места. Сегодня она выступила хорошо, второе место заняла. Ей очень нравится. То есть она ходит именно с таким большим желанием, что постоянно на лед идет. В соревнованиях по фигурному катанию на коньках спортсмены показали достойный результат. Участники соревнований, занявшие первые, вторые и третьи места, по каждому разряду и возрастной категории награждались грамотами и медалями. Бавлинский район представляли около 10 воспитанников детско-юношеской спортивной школы номер 3. Призерами среди девочек стали Виктория Маликова, Виктория Гималединова, Эвелина Софиулина, а среди мальчиков юный фигурист Рамазан Харисов. Полный список победителей читайте на сайте «Слава труду».